постоянно всю жизнь сталкиваюсь с тем, что люди мне говорят, что мне делать по жизни, как мне быть. И когда я начинаю выебываться, а я люблю выебываться, когда я что-то начинаю пробовать новое, мне хочется это всем показать сразу же. Будь то это музыка, будь то это спорт, будь то это другое какое-то искусство, мне сразу хочется выебываться. Ну, либо там я заработал какие-то деньги, я купил там крутую тачку или еще что-то, мне сразу хочется выебываться и показать. Вот, смотрите, я так умею, вот у меня это есть, там, и так далее. И люди, будь то это из моего окружения или простые какие-то люди из интернета, начинают меня учить жизни, вот ты это не так делаешь, да ты успокойся, ты сядь вообще там, ну, помолчи там и так далее и тому подобное. И многие из вас мне пишут, типа, ну вот, а как быть вообще, типа, вот я сталкиваюсь с такими же подробными моментами там и так далее и тому подобное. Когда я начал заниматься музыкой, я начал выкладывать там в интернет свои какие-то записи, свои кавера там и так далее. Ну, я, естественно, хотел выглядеть точно так же круто, как все эти фронтмены. Я начал делать татуировки, одеваться там всяко-разное вызывающее. Мне начали писать, ты вообще мальчик, кто такой? Успокойся, сядь, посиди, тебе там вообще нихуя не светит. Ты какой-то позер там, ты вообще не настоящий, туда-сюда, короче, да. Вот. Мне было вообще наплевать на их мнение, меня это наоборот заводило как-то, я хотел еще, блядь, самоутвердиться и делать там круче всех. А сейчас я размазываю, блядь, не стесняясь, я говорю, размазываю нахуй тяжелую, блядь, сцену, не только, блядь, в России, а по всему миру, нахуй. И как бы, ну, перед фактом не поспоришь, то есть меня уважают за то, что я добился там в музыкальной карьере что-то там и как бы добился очень много чего на самом деле, да, вот, а я помню, как все это начиналось, что мне говорили.